Одни видят в ней пуделя, другие – фокстерьера. В Ярославле, как и в России, испанские водяные собаки появились всего 2 года назад. Несмотря на бешеную популярность в Европе, у нас о ней мало кто слышал. Мы узнали о ней в интернете, потом увидели несколько раз передачу про эту собаку. Вот. И влюбились буквально с первого взгляда. Первую в Ярославле, да и в России, испанскую водяную собаку зовут Квека. 2 года назад заводчик Максим Кукшинев отправился за ней в Словакию. Как признается, не пожалел. Порода оказалась не просто уникальной. За счет гипоаллергенной шерсти она подходит буквально каждой семье. Эта шерсть не линяет. И вы можете регулировать длину шерсти сами на свое усмотрение. Вы можете ее стричь все время в короткого барашка, такого овечку. А можете вырастить длинные дреды, чуть ли не до земли. Она будет похожа на пули, на командора, вот на этих пород собак. Удивление вызвал и характер питомца. Ни капли агрессии и нескончаемый поток энергии. Сегодня испанская водяная собака – это часть семьи Максима Кукшинева. В середине лета эта семья выросла еще на 10 маленьких хвостиков. Очень отзывчивая, приветливая собака. Вот узнали, что будет приплод, так скажем, пополнение, и мы решили взять такое счастье маленькой себе. Маленькое счастье – именно так характеризует щенков каждый новый хозяин. Кудрявые малыши отправились не только удивлять города России, но и станут первыми среди породистых собратьев на Украине. Дарья Смирнова, Сергей Мазилов, «День в событиях». Еще кроме корма не пробовал.